поприветствовать всех собравшихся в этом зале. По-настоящему теплой и камерной обстановке Центр развития семейных форм воспитания подводит итоги и награждает участников проекта «Семейные истории». Они писались не карандашом и ручкой, а объективом профессиональных фотографов, которые согласились поработать, как говорится, за просто так. В центре внимания, конечно, семьи с приемными детьми и их семейные истории. Мне очень как-то так откликнулось в душе. И на самом деле моя свекровь посоветовала мне, как-то так скинула информацию, что, может, тебя как-то заинтересует. Вот. Вообще тема, мне кажется, интересная, съемки именно семей многодетных, у меня на самом деле не было такого большого опыта. Самое важное, ну, опять-таки, опыт и времяпрепровождение в семье, когда ты находишься, когда ты заходишь, себе наливают чай, все как-то так, процесс идет, много детей, много какой-то движухи и весело. Всем сестрам по серьгам, а каждой семье с приемными детьми по фотосессии. В проекте приняли участие 10 семей из Красноярска. Результатом все довольны. Теперь осталось выбрать место в квартире для семейного портрета. У нас очень хороший был фотограф Лариса. Она нас просто-напросто не заставляла ничего делать. Мы были вот сами собой. Как есть, так и есть. У нас были просто очень хорошие эмоции. Тут все такое новогоднее, все такое красивое, нам очень понравились фотографии. В Центре развития семейных форм воспитания рассказывают, задумывали такой проект, чтобы и семей порадовать, и другим пример показать. Дети – счастье в доме, и неважно, свои или приемные. Когда смотришь фотографии, особенно если они сделаны профессионально, в общем-то, там умение вот схватить тот момент, который показателен для вот такого климата, для успеха в семье. И это действительно так. Вот те отношения, теплые отношения, дружелюбные, очень комфортные для детей, они действительно очень заметны. Лучшие фотоработы проекта оформят в передвижную экспозицию, которая будет путешествовать по городу и повышать престиж замещающих семей в обществе. А еще, мы надеемся, станут точкой в принятии, возможно, главного решения в жизни – усыновления.